Добрый день. С 8 часов на работе была сегодня, отработала. И до 5 часов я свободна. Хочу отдохнуть, поделать дома дела. Дел накопилось много, я работаю каждый день, выходные, и вообще и выходных и нет. У нас огромная куча, конечно, снега. Иду в Чижик. Надо что-то готовить. Еды нет. В общем, дел полно. По светофору пробежалась. Смотреть елку. Ее скоро, наверное, разберут здесь в туазе. Скользко здесь, аккуратно надо ходить. Здесь плитка. Если где-то оголенная, то очень скользко. Такие вот тут шишками елки. Все время им восхищаюсь. Такие вот они здесь замечательные. Столько шишек. Снега тоже тут сколько начищали. Ага, тут к елке ты не проберешься. Здесь видите, какие заносы-то. Ну хотя нормально. Я думала, здесь глубоко. Горы. А горы, горы, горы. Скоро все разберут и елку. Надо хоть сфотографировать с ней. Обрезали, что ли, эти дубы? Вот этот дуб обрезали. А здесь проходит электричество. Горы. Волга. Красиво все белое. Здесь даже фигурки стоят. Я не знаю, они потом вечером так зажигают. Эти вот мячики. Олени. Идут на занятия, на спортивные. Куда только не ходят. Плавание. По-моему, там что там, волейбол есть. Баскетбол. Красиво. Так, пошла я. Не в Чижик. Да, чистить здесь, конечно, если лопатами. Много надо чистить. Я сейчас около парикмахерской почистила, устала. Алена у меня раньше выступала. Пасхальная капель. Жестовые песни. Так, а тут что? 5-6 пятилетка, так, 10-11, 16 плюс суставная гимнастика. 940 рублей. Суставная, ну вот. Надо спросить. Про занятия позвонить. Хотела здесь пройти, а здесь не чищено. Ладно, выхожу. Снег кончился. Утром снегопад был и вечером. Ой, наверное, не вечером. Когда он начался? Утром, наверное. Уже так вот прилично подвалил снежка. Два раза чистила я, как пришла и вот как ушла. Сегодня только приду в 3. Снега вроде не будет. Тишина, людей нет. Люди на работе, даже машин нет. Дед Мороз. Полную корзину купила. У меня два пакета и в сумке еще. Здесь вот вместо пивнушки аптеку Виту сделали экспресс. Какая красота. Давно все эти пивнушки надо поубирать. А то здесь вот аптека, только наверху и все, и больше нет нигде. Не хнычь, я тебе уже давала. Вот такие ему купила утиные грудки. Он не хочет гулять. Он выходит, сикает и бежит. В магазин вот с ним зашли, купила ему вкусняшки. Все, пришел домой. Ну что, сумки будем разбирать? Глядит.
достала все свои продукты и закрыла дверь, чтобы не лаял Васька. Что я в Чижике купила? Все в Чижике. Щедрый год. Пшено. Захотелось каши мне пшеной. Паштет. Так, с печени. Паштет из печени. Из печени. А какой печень, я не знаю. Надо смотреть состав. Так, вот такая приправа универсальная мне нравится. Хлеб столичный. Овощи по-сицилийски. Молоко Светаева. Вермишелька «Щедрый год». Буду сейчас делать с печенкой. Так, печенка куриная. Конфеты «Красный октябрь». Мишки. Дальше российский сыр Светаева. Вот такой кофе. Вкусненький. Его надо варить или заваривать в кружке кипятком. Можно, я делаю. Он такой мелкодисперсный, заваривается. Гринфилд чай. Яблоки. 3 апельсина. Очень тяжело, несла. В общем, и в сумку, и в 2 пакета. Тяжело, да, Васюль? Васюлька. Вкусняшки. Мам, сейчас готовить буду. Буду готовить лапшеную кашу. А что еще? Печенку. Печенку и вермишельку. На сегодня все. Всем пока.